Այսօր Բրյուսելում արդեն կայացել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը Եվրամիության խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ։ Այս հանդիպման արդեն արձագանքել է պաշտոնական Մոսկվան, Մոսկվային էլ կլսենք հիմա Եվրազեսի ինստիտուտի տնօրեն Վլադիմիր Լիպյոխին։ Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Да, добрый вечер. Արասարակ, դուք ինչպես եք վերաբերվում Բրյուսելյան գործընթացին? Как вы, в принципе, относитесь к брюссельскому процессу? Ну, мы с вами не первый раз встречаемся. Я всегда говорил о том, что я не вижу никакого смысла в работе Минской группы ОБТЕ, никакого смысла в том, чтобы Пашинян туда ездил. Вот. И эта встреча, которая состоялась, она подтверждает... Там и Алиев, мои... не забудьте. Да. Что? Там и Алиев, говорю. Да. Значит, ну, Алиев-то знает, зачем он туда едет, в отличие от Пашиняна, к сожалению. Вот, ему это выгодно. Почему? Потому что он на практике проводит политику экспансии. Алиев имеется в виду Азербайджан. Но Минская группа ОБСЕ – это просто-напросто некая легитимация его действий, да? Соблюдение правил игры. Больше ему ничего ОБСЕ не дает. А зачем Пашинян туда поехал? Ну, тоже мы можем на эту тему порассуждать, но плюсов никаких для Армении от группы ОБСЕ на сегодняшний день нет и быть не может. Одно дело до 44-дневной войны, когда встречи проходили в ОБСЕ в Брюсселе, ну, тогда, понятно, Армения была заинтересована в том, чтобы сохранять текущее положение. Вот. А сейчас зачем? Что может Армения получить от Брюсселя? Владимир Анатольевич, хочу спросить. Да. Москва и Верабельмук и Брюсселян горцентации на Катман. Как ханд это хантирнавели хора? Хотелось бы спросить, отношение Москвы к брюссельскому процессу. Это политическая ревность или проблема более глубока? Нет, проблема менее глубока. Дело в том, что уже наконец-то Россия подтвердила тоже бессмысленность этой встречи. Ну, для России, по крайней мере, да. Вот. Ну, мы знаем, что Россия работает по инерции, наша дипломатия, она не хочет ни с кем ссориться. В текущий момент времени главная позиция внешнеполитической России такая, что не трогайте нас. Значит, учитывая, что сегодня фактически НАТО ведет войну против России на территории Украины, понятно, что Россия вынуждена более жестко высказываться по некоторым вопросам общеевропейским. И, наконец-то, да, заявила прямо, что не видит никакого смысла в работе Минской группы ОБСЕ. Вот и все. То есть Россия просто наконец решилась это сказать. До этого времени наблюдала совершенно спокойно за этим. Соответственно, предоставляла возможность Армении действовать совершенно самостоятельно в этом плане. Поддерживала морально, да, армянскую сторону. С одной стороны, с другой стороны, и, собственно, ничего такого негативного не выражала в отношении азербайджанской стороны. То есть Россия просто наблюдала и не противилась, скажем так, работе Минской группы ОБСЕ. Наконец-то вот в России прозвучало, что мы не видим никакого смысла. Поэтому никакой глубины здесь нет, это абсолютно естественная реакция на нынешнюю ситуацию в целом вокруг Российской Федерации. В этом случае объясните, почему Москва стремится привлечь Азербайджан в ЕАЭС? Москва ни к чему не стремится. Еще раз говорю, у Москвы позиция сегодня. Не трогайте нас или трогайте как можно меньше. У нас куча проблем, отстаньте от нас. Это общий такой посыл по отношению ко всем внешнеполитическим участникам. Но Азербайджан и Турция знают, чего хотят. И их вектор их притязаний направлен на Южный Кавказ и далее. И в этом смысле они проявляют значит, такую активную позицию, наступательную позицию. И в ситуации, когда раньше Азербайджан высказывал желание присоединиться к Евразийскому экономическому союзу, но Москва, очевидно, была против этого, да, она была к этому не готова к перевесу исламского фактора в Евразийском экономическом союзе. Сегодня она уже возражать не может. Азербайджан и Турция, поскольку заинтересованы в том, чтобы Турция сохраняла нейтральность в данный конкретный момент времени, как минимум. И поэтому в Азербайджане, в Баку и в Анкаре все это прекрасно понимают и продавливают свою позицию. Азербайджан прекрасно понимает, зачем он хочет в Евразийский экономический союз. Он там будет очень активным игроком и будет поддержан Казахстаном и Кыргызстаном. И такой альянс возникает. Даже в каком-то смысле перевес, да, тюркского фактора в Евразийском экономическом союзе.
Россия не может возразить. Вот и все. А поэтому никто на самом деле не привлекает. Да, есть лоббисты азербайджанские в руководстве Российской Федерации, которые изображают якобы, значит, что Россия заинтересована в этом. Да нет, у России просто нет позиции, у российского руководства по этому поводу. Ей важно сохранить Евразийский экономический союз, и поэтому сейчас любой участник Евразийского экономического союза, проявляя активность, да, может утверждаться. Я всегда говорил, вот еще до создания Евразийского экономического союза, армянской стране, чтобы они проявляли активность и, собственно, становились бы главным катализатором в этом Евразийском экономическом союзе и брали бы от России максимум возможного, потому что от этого лежащего бревна, я извиняюсь, можно брать максимум. Но армянское руководство этим не занималось. А, значит, святое место пусто не бывает, сейчас этим занимаются в полной мере и Беларусь, и Казахстан, и Кыргызстан. Ну вот еще Азербайджан подключится и будет выламывать руки Российской Федерации в силу того, что у нее пассивная позиция. Азербайджан будет добиваться того, чего он хочет. Այսինքն ձեզ համար նաև հասկանալի է Ղազախստանի եւ Ադրբեջանի կոնկրետ հակառուսական դիրքավորումը այս միությունում. То есть вам также понятна конкретная позиция Казахстана и Азербайджана антироссийская в этом союзе? Это не антироссийская позиция, потому что это национально ориентированная позиция. Да, и Алиев, и Токаев четко движутся в направлении, с одной стороны, реализации национальных интересов своих стран, с другой стороны, проведения многовекторной политики. Многовекторная политика реальная предполагает, что нужно со всеми странами, которые представляют интерес, да, так или иначе выстраивать дифференцированную политику. И поэтому такая выстраивает эту политику в отношении Турции, в отношении Китая, исламского мира и России. Россия не является приоритетом. На самом деле антироссийской политики нет, ну или позиции нет. То же самое Азербайджан очень грамотно использует свои внешнеполитические партнерства, союзничество и так далее, и так далее. Вот и все. То есть, на самом деле, я не вижу никакой серьезной русофобии. Россию используют, это нормально во внешней политике, когда более активные страны используют пассивные страны в своих интересах. Вот так сегодня происходит. Шадбари, а дебку массы, кинче фохел украинякан чакнажам и евразиакан мюльтюну? Очень хорошо. В этом случае скажите, что изменил украинский кризис в ЕАЭС? Ну, украинский кризис изменил очень многое. Он, по крайней мере, лишил России лидерства в Евразийском экономическом союзе. Потому что вся политика экономических санкций, наступательная политика НАТО, Европейского союза в отношении Российской Федерации, понятно, что это подействовало на партнеров России, ну, прежде всего, на Казахстан, да? В том смысле, что Казахстан, конечно, выстроил некоторую дистанцию по отношению и к России, и к Евразийскому экономическому союзу, не желая получить санкции и разного рода проблемы для себя. И поэтому, да, Казахстан активизировался в направлении протурецкой политики, прокитайской политики, вот, активизации в центрально-азиатском регионе с точки зрения обеспечения себе лидерства, более прочных отношений с Азербайджаном. Понятно, что анализируются варианты доставки углеводородов через Азербайджан и Турцию, да, в Европу, казахстанских, то есть не через Россию. Поэтому, ну, многое изменил. Другое дело, что все зависит от того, чем закончится специальная военная операция. Если, например, представим себе, что она закончится неудачно для России, то этот крен, который наметился в Евразийском экономическом союзе, конечно, он усугубится. И понятно, что дистанция, например, между Казахстаном и Россией станет еще больше. Вот. А если Россия добьется своих целей в специальной военной операции, ну, значит, как-то этот тренд на охлаждение отношений, он начнет минимизироваться, снова как-то активизируются отношения между странами Евразийского экономического союза, вот, вплоть до, может быть, тех, которые существовали до событий в Казахстане в январе этого года. Скажите тогда, какой вариант вероятен? Вы имеете в виду вариант какой? Евразийского экономического союза или Южного Кавказа? Что? На Украине. Ну, вариант очевиден. То есть где-то будет установлена демаркационная линия. Угу. Где она будет установлена? Но это зависит даже больше не столько, может быть, от активных действий российской стороны, сколько от способности, возможности, желания Запада все-таки в эту, ну, активно включиться в это противостояние России, да,
и остановить ее раньше или позже. То есть остановить ее на нынешних рубежах или позже, например, на рубежах более близких в территориальном смысле к Киеву. Вот, в любом случае эта остановка произойдет, вот, и будет установлена такая демаркационная линия, и в течение долгих-долгих лет будут вестись разного рода переговоры с переменным успехом по поводу каких-то взаимных интересов Киева и Москвы. Так что я не вижу никакой такой, вот, не знаю, безоговорочной победы Российской Федерации, которая дойдет до западных границ Украины с одной стороны. С другой стороны, естественно, я не разделяю той точки зрения, что Россия потерпит поражение там, вот, а Запад значит, отбросит Россию на прежние рубежи, более того, еще добьется освобождения Крыма, вот, и так далее. То есть это как бы специальная военная операция. Понятно, что статус ее растет. Вот, проблемы возрастают с двух сторон. Ясно, что очень много сил заинтересовано в том, что как можно больше погибло с двух сторон бойцов, да, и с российской стороны, и с украинской стороны. Ну и понятно, что вся эта территория превращается в темную зону. Очень выгодную для некоторых западных центров силы, чтобы там мутить воду и в отношении России, и в отношении других регионов. Ну и, естественно, держать за крючки Европейский Союз через ситуацию на Украине. Իդեպ, Ղրիմի մասին ճիշտ հիշեցիք, տեսեք Դմիտրի Պեսկովն ինչ է ասում։ Ասում է, որ Ղրիմի վերաբերյալ Թուրքիայի դիրքորոշումը չի խանգարում Մոսկվա-Անկարա հարաբերություններին։ Իսկ մենք լավ գիտենք, ինչ է եղել 100 տարի առաջ Ռուսաստանի և Քեմալական Թուրքիայի միջև։ Вы вспомнили о Крыме. Дмитрий Песков говорит, что позиция Турции по вопросу Крыма не мешает отношениям Москвы с Анкарой. А мы отлично помним, что было 100 лет назад между Москвой и Кемалевской Турцией. Ну, вы знаете, для меня Дмитрий Песков абсолютно не авторитет. Вот, я вообще не понимаю, зачем Путин терпит этого политика, который от его имени выступает и сглаживает все острые углы. Но, наверное, в этом функция его заключается, чтобы сглаживать все острые углы. И на самом деле ничего не говорить, да, в гладких формулировках. Но мы к тому же помним, если применительно к Турции и вообще к Южно-Кавказскому региону, что Дмитрий Песков долгое время работал в Турции. Вот некоторые наши эксперты считают, что он в каком-то смысле даже лоббирует интересы Турции, вот, в российских верхах. Поэтому я бы вообще не обращал бы внимания на его позицию. Я не считаю, что его позиция – это позиция нашего президента, и тем более позиция Российской Федерации. Да, Ганг Мекаил Каревор Хандипман, Ирани Артгос Нахарари хет Хандипман Жаманак, Сергей Лавров Населе. Харафани Ковкаси, Хагортак Тутян, Угинери, Вера Бацман Харцум, Сгали Арачентацка. Кокне Касканал, Инч Арачентаци Масина Хоска. Перейдем к другой важной встрече. Во время встречи с главой МИД Ирана Сергей Лавров сказал, что в вопросе коммуникаций на Южном Кавказе наблюдается существенное продвижение. Поможете понять, о каком продвижении речь? Ну, я думаю, что на самом деле речь идет о том, что России удается как-то договариваться с Азербайджаном и с Турцией. То есть в том плане, что есть программа «Максимум», программа «Минимум», то есть, условно говоря, резкие какие-то шаги или заявления Алиева и Эрдогана, да, Россия включается в этот процесс в миротворческом режиме, как-то немного, значит, сдерживает экспансионистский пыл лидеров Азербайджана и Турции. В этом смысле, когда он говорит, мы договорились, имеется в виду, что, ну, скажем так, нам удалось немножко сбавить активности Азербайджана и Турции. Вот что он имеет в виду. Ճիշտ է տեղեկությունը, որ Մոսկվան եւ Անկարան քննարկում են կամ քննարկել են Զանգեզուրյան միջանցքի հարցը։ Правдива ли информация, что Москва и Анкара обсуждают или обсудили также вопрос Зангезурского коридора? Ну, конечно, обсуждают, естественно. Это же тема очень актуальна для Турции, Азербайджана, поэтому Россия не может в этом не участвовать. Как минимум зондирует почву, как максимум придерживает Турцию и Азербайджан от резких шагов в этом направлении и сводят все разговоры по Зангезуру к тому, что да, надо договариваться по транспортным путям и так далее, пытаются представить это таким образом, что Армения тоже участвует в этом процессе, Армении выгодно пойти навстречу Турции и Азербайджану в плане установления вот этих транспортных путей,
Все это подается как разблокировка региона, транспортная разблокировка региона. Ну, что тут Армения получает от этого, ну, кроме, может быть, снижения активности, да, со стороны Азербайджана и Турции? Ну, это тоже хорошо, что Россия, по крайней мере, ну, скажем так, замораживает этот процесс, я имею в виду экспансионистский процесс, и переводит, значит, всю проблему, да, необходимости контроля или обеспечения контроля Азербайджана над Зангезуром в плоскость сотрудничества экономического в транспортном режиме. Вот, так что, понятно, это самая актуальная тема на сегодняшний день. Ну, благодаря России, может быть, она не так сегодня агрессивно продвигается со стороны Азербайджана и Турции. Ну, могла бы быть более агрессивно продвигаться, если бы не российские миротворцы. Тема из դուրս մի հարց ունեմ ձեզ, դուք Միխայել Գարբաչով անձի և նրա կառավարման շրջանի մասին ունեք հստակ կարծիք? Вне темы вопрос. Вы к личности Михаила Горбачева и периоде его правления имеете определенное мнение? Ну, конечно, имею. Я с Горбачевым был лично знаком, общался с ним. И в конце 80-х годов я работал в группе спичрайтеров Политбюро ЦК КПСС. Для некоторых членов Политбюро готовил тексты, в том числе и для Горбачева. Вот, значит, а потом, вот я сегодня выложил в Телеграме такой пост пространный по поводу как раз моего отношения к смерти Горбачева. Вот, и вспомнил такую страницу, когда в начале 90-х годов уже, будучи главным редактором «Новой газеты», ну, это известное сегодня издание в России, тогда она называлась «Новая ежедневная газета», там была такая рубрика. Горбачев входил в редакционный совет этой газеты. Была у нас рубрика «Раз в месяц с Горбачевым нужно было брать интервью». И поэтому, когда я стал главным редактором, меня попросили, значит, вот эту рубрику продолжить. И я несколько раз пытался подготовить интервью с Горбачевым. С ним встречался, беседовал, но это оказалось бесполезным. То есть он на меня произвел впечатление, ну, настолько недалекого человека, невежественного во всех смыслах, вот, что у меня даже злости по отношению к нему нет за развал Советского Союза и так далее. Ну, той злости, которая присутствует в отношении к нему большинства граждан Российской Федерации. Я считаю Горбачева ничтожеством во всех смыслах, не только в политическом, но и в интеллектуальном, в человеческом, потому что ему, мне кажется, вообще не свойственны некоторые такие черты, как сострадание, рефлексия, ну, чисто человеческие качества. Я считаю, что у него отсутствует совесть и все остальное. Вот, поэтому у меня отношение такое вот к Горбачеву абсолютно негативное сложилось еще в начале 90-х годов. Да, а это Хаванабар Хишумек, наверное, Равверабермунка, Гарабаган Шаржман Накатман. Вы, наверное, помните и его отношение к Карабахскому движению. Ну, здесь я деталей не знаю, не изучал, как он к этому относился. Ну, так предполагаю, что как относился так же, как к всему. То есть не глубоко, мелко, формально, соответственно, лицемерно и так далее, и так далее. Вот, поэтому, ну, я не думаю, что вы сейчас мне какое-то открытие, ну, с вашей стороны какое-то открытие будет для меня, если вы расскажете, как Горбачев на самом деле относился к событиям в Карабахе.